Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию. Уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут. Мы все покажем. И развлекают чем и как. Докладывать вам будем прям с колес. Уважаемые любители рок-музыки, ну и скажите, вот какой Восток без ковров? Есть такой Восток, есть на земном шаре? Мне кажется, нету. Любой Восток, это, конечно же, ковры настоящие. Настоящие шерстяные, поэтому пойдемте глянем их. Это красота. Я помню, из Шри-Ланки я привез ковер, вот такой вот обалденный, прям произведение искусства. Маленький такой коврик, я отдал за него 1500 долларов. Потому что он был весь украшен, орнамент такой, ну он, это реально произведение искусства. Висит у меня в одной спаленке. Для гостей, кстати. Поэтому будьте осторожны. Не становитесь моим гостем. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Хотим посмотреть. Хотим посмотреть на вот эту всю красоту. Да вы что, иранские? Иранские. Елена Ивановна, это самые лучшие ковры. Вот чтобы вы знали, уважаемые любители рок-музыки, что самая лучшая черная икра считается иранская. Не знаю почему. Наша астраханская тоже великолепна, белужья. Но они, говорят, делают как-то ее так вот, что прямо во рту тает. Я пробовал, кстати, действительно тает во рту. Белужья. Великолепная икра. Видите, они специально ткут портретики. Родился младенец. Библейские легенды. Мотивы. Что хочешь, выткут. Хочешь, твое лицо выткут. Все как положено будет. Я надеюсь, что Волощук СД когда-нибудь закажет себе. Либо не он закажет, а фанаты его закажут ему. Ковер с его изображением, как он на сцене зажигает. Вот на это я надеюсь. Уважаемые любители рок-музыки. А мы сейчас пока пройдемся. Так что ковры иранские. Ковры иранские, красивые. Одежда, я вижу, то же самое. Такая восточная, индийская, иранская. Но они близки. Ну вот, уважаемые любители рок-музыки, я тогда привез только побольше такой ковер. Он был тоже разоткан. Такая красота, там такие орнаменты. Видите, какой красивый, колоритный коврик. Может, спросим, сколько он стоит? Мне очень нравится. How much? What's up? What's up? What's up? Доллар. Уважаемые любители рок-музыки, 600 долларов, то есть бесплатно. В переводе на русский язык это называется бесплатно. А можно его вообще поставить? Йо. Ну красиво, а? Уважаемые любители рок-музыки, я вот думаю, не купить ли мне его, а? Елена Ивановна, что-то вы затихли. Уважаемые любители рок-музыки, продюсер как что-то услышит про деньги, как раз затихает сразу. Уважаемая Елена Ивановна, хочу такой коврик. Мне он очень нравится. Как вы? Молчит продюсер, думает, считает, подсчеты ведет. Говорит, вот когда выйдешь на сцену, когда начнешь с концерта, вот туда и купишь. Не могу говорить, уважаемые любители рок-музыки, помогайте, сидите там молча. А ну помогайте, говорите, а ну, Елена Ивановна, дайте им этот коврик. Молчат. Ну, классный. Уважаемые любители рок-музыки, спасибо вам. Я слышал ваши скандирования. Елена Ивановна, купите ему этот коврик. И она услышала и договорилась. Она по-другому не умеет. Она настоящий профессиональный предприниматель. Она сбила цену с 600 долларов до 450. Поэтому мы его забираем. Супер. Я пошел за Титьками-Митьками. Уважаемые любители рок-музыки, вы не против?
Вижу, что вы не против. И я не против, потому что обалденный коврик. Вы не представляете, он стоил 2000. 2000. Они его сбросили в промоушен за 600. А мы берем его за 450. Это очень удачная покупка. Это вторая удачная покупка здесь. А первая была, если вы видели. Обалденный стратокастер. Вот такой вот. Я попробовал. Звучит просто великолепно. Класс, пошел за деньгами. Ждите! Ну что вы про нас не забыли? Про меня нельзя забывать. Я же русская рок-звезда. Я за деньгами сходил и принес. Но я надеюсь, что вы верблюжонка не продали еще? Нет? Не перепродали? Тут не перехватили верблюжоночка-то? Говорит, что не продал. Держал все для русского рокера. Раз, говорит, Волощуку СД понравилось, все, больше никому не продам. Тут предлагали ему бешеные деньги, он отказался. Говорит, только Волощуку, все. How many days in Dubai? 10 days. More 10 days. Не, мы уже after... after... Moscow. No. От духи мы будем брать только фирмовые, настоящие. Вот этот прикол. Расскажу вам, девчонки, уважаемые любительницы рок-музыки. Вот везде здесь и во многих, уже и у нас, в Европе, делают вот эти именные духи. Но вот я еще ни разу не пробовал именных духов, чтобы они долго держались, были устойчивыми и классными. Все-таки фирменные духи, там Шанель там, и так далее, и тому подобное, там, особенно Hermès. Во, они вроде бы серийные, но они устойчивые, они пахнут, отработанный запах, который наград кучу взял, и т.д. и т.п. И самое интересное еще одна вещь, что все-таки зачастую продают подделку, вот у нас в Москве, в той же. Я просто вспоминаю, как я познакомился с одним человеком, который передо мной бахвалился, он думал, что он предприниматель крутой. Он бахвалился, как он контрафакт поставляет в Россию, подделку духов. То есть их хватает на полчаса. Оно пахнет вроде бы там Шанель номер 5. Класс, он похоже и дешевле стоит. А потом через полчаса отходишь, а там уже запаха нет. Вот, вот так. No. Where is my camel? А ну. Уважаемые любители рок-музыки. Вот у нас на даче есть одна комнатка. В ней живет вот тот знаменитый бас-гитарист, которого все так полюбили, который произносит знаменитую фразу, ставшую легендарной, про оригинальный саунд. Вот у него комната оформлена в таком восточном стиле. У него вокруг бедуины всякие там с копьями сражающиеся, соколиные охоты всякие, ихние. И вот мы туда ему и повесим, потому что за эту фразу, за вот этот вот оригинальный саунд, ему вообще стоит памятник поставить. Но согласитесь, уважаемые любители рок-музыки и особенно виртуозные хэви-метал попсорепа шансонщики. Согласны, что фраза стоит многого, дорогого стоит, вот так бы я сказал. Поэтому вот, будет у него верблюд висеть на стеночке. Хороший? Заворачивайте, пакуйте. А у меня чемоданчик пустой, я же езжу пустым. Мне же много не надо, мне гавайечку одну, другую. Вот те, что я заказал на Мальдивах, вот я их все с собой взял. Шортики, вот такие, мои любимые, видите, в цветочках. Настоящие рокерские. Рокеры любят такие, вот такие в цветочках. Особенно те, кто знает, что такое движение хиппи. Вот те вот движения цветов жизни. Детей солнца. Вот я оттуда. Из тех хиппи. Заворачивать будете? Давайте. Сервис, чтобы я довез до Москвы. Ух ты, глянь, что творит. Ас. То есть в любом деле есть асы. Вот, допустим, в рок-н-ролльном деле ас это Волощук СД. Он рок-н-ролл на ходу сочиняет. Подметки рвет. А тут ас по продаже ковров. Вызывает уважение человек. Больше ничего. Только уважение. Ну, а напротив меня ас, вы, наверное, догадываетесь какой. Это ас-предприниматель, продюсер знаменитый Волощук Елена Ивановна, которая с 2000 сбила до 450. Мастерство? А я всегда говорю, мастерство не пропьешь. Это невозможно. Поэтому таких асов по выторговыванию всяких скидок я еще не видел. Не встречал, честно скажу. Может, вы видели, я нет. Ну что, уважаемые любители рок-музыки, как вам колорит восточный?
И как вам моя покупочка? Но согласитесь, она достойна у того вот Фендера, Стратокастера. То есть не с пустыми руками в Москву еду. О, что главное. Спасибо вам, спасибо, товарищ генерал! Спасибо. Спасибо огромное. Держите руку. Уважаемые Москва. Любители рок-музыки, дружба между... Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво, очень говорит красиво. Коврик. Видите? Молодец. Шикарно. Спасибо. Русский, русский и араб. Дружба вовек. Русский номер один. О. О! А я вам говорил, а вы не верили. Русские лучшие в мире. Номер один. А из русских рокеров самый лучший кто? Волощук, да? Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.